Всех приветствую на своем канале. Было несколько запросов по поводу, как я плачу с номера телефона за Avon. Вот он, личный кабинетик. Сейчас я попробую одной рукой снимать, а другой найти мышку. Извиняюсь за тремор. В общем, вот там вот, где оплата, тыркайтесь на нее. И сейчас когда-нибудь оно загрузится. Вот оно загружается, и вот здесь вот есть выбор такой, я не знаю, будет ли особо видно, вот хоть у меня и широкий экран, но сфокусируется ли камера. Вот здесь вот эти карты, вот здесь вот мобильный телефон, и тут вот, кажется, кошельки. Я сейчас попробую просто показать как вам, как это выглядит. Блин, надо было куда-то это ставить. Мышка-то где? Вот здесь. И здесь вот написаны проценты. На Билайне, мне кажется, самый маленький процент. Потому что на МТС, если платить 3,5, на Мегафоне вообще 4,49, на Билайне 2%. И вот в это поле вы вводите номер своего лицевого счета, вот, то есть номер вашего клиентского, ваш клиентский номер Avon, и жмете далее, вот сюда вот. Потом вот здесь вот есть инструкция по применению. Там нажимаете номер телефона, вводите, просто ждете прихода смс в телефон. И потом уже следуете инструкциями. Где-то в течение часа только понадобится, но мне лично понадобилось выйти из кабинета. Где-то через полчаса я зашла, и оплата уже поступила на номер счета. Довольно легко. Если у вас небольшой заказ и есть деньги на телефоне, то вполне это нормально. Не надо никуда ходить. В крайнем случае можно, допустим, с карты кинуть денег на телефон. Сбербанка, в принципе, тоже можно платить, но если, допустим, вам удобнее вот именно вот так, то тоже так неплохо. За небольшие заказы вполне очень удобно. В общем, я надеюсь, вам помогла своим видео.